Добрый день. Сегодня пятница, пришла с работы. У нас в пятницу, я уже, наверное, говорила раз 10, что мы работаем до 12. Сельский час называется у нас, ну, это федеральный закон. Женщины в сельской местности работают до 12 часов. Сели с мамой покушать. Вчера, короче, любим мы перловку кушать. Вот, мама сварила перловку. Простой у нас обед. Сварила перловку и курочку, вот она грудку жарила. Я не знаю даже, как она там жарила, но, наверное, в майонезе что-то такое. Ну, короче, вкусно очень. Вот, потом я яичек купила. Мама уже подготовила. Мы вот такую вкусняшку нажарили. Гренки с яйцами. Так, никакой вообще неправильный у нас обед, неправильное питание. Короче, самое неправильное у нас питание. Так, потом я пришла в магазин, привезли сладости. Это, наверное, я не знаю, это просто коржики или это сочни, я не знаю. Коржики, наверное, да, мам? Нет, сочни. С творогом, думаешь? Угу. Вот. Ну и там такие ромовые бабы лежали, я взяла. А ты что, не... Ты не любишь ромовые бабы? Нет, почему? Я вот не помню, любит она, не любит, но я... Смотря какие. Я все равно взяла. Какие-то нравятся, какие-то. Всем приятного аппетита. А, ну и чай с молоком. Всем приятного аппетита. У нас маленько теплеть начинает. Ну как теплеть? Сегодня опять 28 ночи. Утром ехали на работе, на стеле у нас там... к работе подъезжаем, у нас стела на разрезе. 28 градусов было. На работу бегу. Коленки замерзают, мама дорогая. Ну, а потом там в машине согреешься. Все, ждем, не дождемся весны. Когда же у нас тепло станет. Сегодня надо будет у нас там на петунья вылезла. И клубничку надо из этой, из контейнера вынести, вытащить и пакетиком накрыть, чтобы маленько больше воздуха было. Клубнику не надо. Пусть под этим. Я тут раз вытащила. Нет, вот, она будет под этим, но только я... Получается как? Там в контейнере маленький запас воздуха. Надо то же самое, только я тепличку сделаю, но только под этим. Под пленкой будет она. Хорошо. А то там вот запас воздуха прям совсем, они сдохнут растения. А, ну тогда ладно. А то тот раз я открыла, и больше половины погибло. Вот. А я ее заморозила. В Ютубе высмотрела, что нужно сертификацию проводить. Поставила в холодильник. Надо было... Ну, как там было написано, женщина пишет, я вот на 5 дней в холодильник на верхнюю полку поставила, все. Я тоже поставила на верхнюю полку. Ну, я же сделала... Короче, мне показалось, что в холодильнике сильно тепло, нужно похолоднее делать. Я взяла на семерку, крутанула. Вытаскивать начала, но у меня все замерзло. Ну, не знаю, вроде сходит. Для нее это... Дай бог, не трава бы. Да, мама, я там эту же... А то трава тебе повылезет вместо клубники. Ну, не, я же землю, ты меня не пугай. Я землю, по-моему, делала эту, нормально. Я имею в виду покупной грунт. Mm-hmm. Не с огорода. Я вот под эти и говорю, что покупной грунт надо. Так что у нас уже начался посевной сезон. Сегодня еще сниму, какие грибочки выросли. Вот. Потому что шампиньончики растут, да, эти, по-моему. Да и шампиньоны, вот эти 5, которые вылезли, крупные стали, остальные, хотя там спор дофига. Белый, ну, прямо. Посмотрим. Что-то мы не умеем растить, наверное. Вот. Надо будет на выходных поставить на хорька капкан. Вот здесь звонила знакомая, звонила, говорит, муж там у нее общался. Говорит, у нас по деревне вообще хорьки, наверное, атаковали, потому что не только у нас один. Там еще у... Ну, короче, там у знакомых тоже, в двух местах тоже хорьков поймали.
Так это где поймали, а где еще не поймали. Да, где еще не поймали. И где мы еще не знаем. Угу. Прямо нашествие какое-то хорьков. Ну вот мы капканы отварили. Ё, поставим с мамой. Мама вытащила на улицу, масло туда поналожила. Ты не смотрела, там никто не съел наше масло. Нет, все нормально. А здесь мышей нет, видно, хорьков. Ну, хорек, видимо, хорьки это и все. И крыс, и мышей. Нигде не отходов нет. От них ничего. Ну, мы еще по осени потравили, конечно. Но они все равно зимой появлялись. Даже хоть и травишь. Нет, нет. А этот год вообще нет. И в сараях, и в гаражах нету. Да-да-да. И в бане нету. А позапрошлом году у нас в бане крыса жила. Мы ее отравили. Там на улице поймали эту дохлую. Так что январь почти кончился. Февраль уже не считается. В марте я, наверное, в отпуск пойду сегодня. Ну, своему начальнику не говорила, а этому Зеленскому сказала, говорю, пойду в отпуск. Наверное, в начале марта. Там выходные выходят как раз 4 марта. Ну, такие дела. Люблю пятницу. Любимый день. Три дня выходу. Губа не дура. Через день была бы пятница. Два выходных впереди. Угу. Так что вот так. Дружка у нас собаки погрызли. Видимо, там он на гулянку куда-то. У нас его целую ночь не было. Даже больше, наверное. Больше, почти двое суток. Почти день. Двое суток. Ну, короче, больше суток его не было. Ушел, видимо, с девками гулял. И там, наверное, конкуренты подрались. Я пришел, лапа хромает. Я его вот не видела, давно сильно хромает. Или получше уже наступает. Ну, так, ногу так и держит. Так вот и так. Держит. Но ни крови нету. Ну? Не, это, скорее всего, кто-нибудь ему перекусил. Раны нету, крови нету. Я не знаю, чего там. Ну, короче. Вот так. А если на харьков ставят, может, и в капкан попал, кто знает. Ну да, но если в капкан попал, там сильно ударил. Так он вот так, я же тебе говорю, он вот так вот держит. Он на пол не ставит ее даже. Ну видишь, я его не вижу, как он там ходит. Я вот, когда он стоит на этой, я одну лапку вот так держит. Так постоянно. На трех ногах скачет. Я же кормить-то хожу и... Ну как, такой у нас простой обед, никаких деликатесов, но очень вкусный зато. Всем приятного аппетита. Всем пока-пока, всем здоровья.